Сегодня на территории Тавриды очень насыщенная деятельность, так как здесь собрали ребят, которые защитили гранты разных лет, самых активных, самых интересных. Творческая команда страны – это действительно очень крутая смена, потому что здесь есть музыканты, писатели, художники, и все они работают над общим делом. Это люди, которые ощущают абсолютную ответственность за все происходящее здесь. Они сюда с этим пришли, у них есть ответственность за наше общее с ними будущее. Я пришел сюда как отец и старший брат, а почувствовал себя в том смысле, что ну ничего, моя старость вроде как бы обеспечена, эти ребята меня не бросят. Сейчас искусство, оно очень синтезированное, то есть мы здесь можем пообщаться и с режиссерами, и с историками, и с танцорами, и все это такой опыт, который ты не получишь на своей профильной смене. Самая главная задача – увлечь ребят, чтобы они раскрылись. На самом деле очень интересно, допустим, попробовать себя в лепке, попробовать себя в поэзии, попробовать себя в актерском мастерстве, послушать, узнать, пообщаться с музыкантами. Мы черпаем для себя что-то новое у других. Любая профессия, она все равно… даже творческая, она все равно состоит из каких-то частей ремесленных, которых надо овладеть, и это очень важно. А тогда ты пойдешь дальше вперед. Мне кажется, что друг другу все ребята, которые здесь собрались, они могут быть полезны. Здесь обязательно нужно искать какие-то связи. Это дает импульс для того, чтобы что-то создать талантливое, нужное людям. Мне кажется, все зависит от желания постоянно учиться. Постоянно постигать что-то новое. Получается, на этой смене собираются огромные команды, которые можно полностью объединить для создания одного коллективного творческого продукта. Нужно продвигать молодых людей в других сферах деятельности, в других отраслях, в том числе в области культуры, искусства.